Добрый день, глубоко уважаемые пациенты, глубоко уважаемые коллеги. Безусловно, мы очень много получаем вопросов после того, как мы выдаем наше заключение клиницистам или пациентам. Первая реакция у нас – это недоумение. Ну как же так? Мы все вроде подробно все так расписали. Какие могут быть еще вопросы? Но когда начинаешь анализировать, то понимаешь, что эти вопросы, они совершенно разумны. Они отчасти обусловлены нашей косноязычностью, да, наших специалистов, а иногда нашей специфической терминологией, которая не всегда всем понятна. Итак. Итак, безусловно, в наших заключениях мы очень любим слово «вероятно», а иногда даже слово «возможно» или «знак вопроса». Почему? В отличие от некоторых других специальностей, да, например, травматологии, где лучевая диагностика зачастую является основой для постановки диагноза, в онкологии основой диагноза являются данные гистологии, а не лучевой диагностики. Поэтому, наверное, это разумно и закономерно. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что даже когда рентгенолог говорит «вероятно», да, посмотрите в процентном отношении, насколько это слово отражает его уверенность в том, что он видит, да, в тех изменениях, в тех образованиях, которые он видит. Следующий момент. Мы очень любим систему РАЦ. Да, это что это такое? Это система баллов, да, которая отражает нашу уверенность в тех изменениях, которые мы видим, от нормальных или доброкачественных до злокачественных или подтвержденно злокачественных. Но в отличие от предыдущего слайда, да, здесь в каждом пункте закодированы некие основные, иногда дополнительные признаки, да, которые нам позволяют относить те изменения, которые мы видим, к тому или иному, к той или иной градации. РАЦов очень много, да, это и тай-РАЦ, щитовидная железа, и бай-РАЦ, молочная железа. Есть РАЦ, относится к опухолям головы и шеи, к яичникам, к... Сейчас последний раз появился, имеющий отношение к лимфатическим узлам. Безусловно, наверняка появятся когда-то РАЦ, имеющие отношение к абдоминальной онкологии или к саркомам мягких тканей и костей. В нашем учреждении мы часто используем нумерацию групп лимфатических узлов. Безусловно, это вызвано тем, что именно наши клиницисты, они предпочитают ту или иную классификацию, ту или иную нумерацию лимфатических узлов. Да? Специалисты по опухолям головы и шеи любят классификацию Робинса. Специалисты абдоминальной онкологии любят японскую классификацию. Наверное, в других учреждениях, да, эта нумерация, возможно, ну, не так приветствуется и не так часто используется, как в нашем учреждении. Терминов, которые мы используем в лучевой диагностике, их очень много. Да? Они, безусловно, отражают отчасти фантазию их создателей. Иногда это даже гастрономическая фантазия. Да, хочу обратить внимание, вот, например, изменения неспецифической природы. Да, мы когда пишем, что данные изменения неспецифические, в нашем онкологическом учреждении мы подразумеваем, что эти изменения не имеют отношения к онкологии, да, но, например, в институте туберкулеза, да, в тизиопульмонологии, там, когда будет использоваться этот термин, будет подразумеваться, что те изменения, которые видит специалист, они не имеют отношения к туберкулезной патологии. Еще дополнительно я привожу те термины, многие, которые используются в лучевой диагностике. Что надо сказать еще? Что терминология, она постоянно меняется. Да? Например, до появления ковида очень многие лучевые диагносты не пользовались терминами там, ретикулярные, интерстициальные изменения, консолидация. Да? Но появился ковид, появились приказы Минздрава, которые эти термины закрепили, утвердили. Да? И мы теперь, ну, практически во всех городах, во всех учреждениях активно этими терминами пользуемся. Теперь определенные некие принципы, о которых хочется рассказать. Да? Как же правильно писать? Правильно писать в заключении «рак» или лучше все-таки это как-то зашифровывать и писать более аккуратно, более легко воспринимаемо для пациентов, да? Там, например, CA или CR, писать метастазы или писать вторичные изменения, писать лимфоаденопатии или все-таки четко говорить, что это метастазы или гиперплазия. Вопрос, он, конечно, очень такой философский с точки зрения диетологии, но он достаточно однозначен с точки зрения законодательной базы. Да, есть закон об охране здоровья, который говорит, что мы четко должны ту информацию, которую мы видим, четко ее доносить пациентам в понятной для них форме. Вот. Безусловно, мы иногда используем термин
термины образование или очаг. Когда? Когда мы, во-первых, четко не можем сказать, что тут четко не можем использовать нозологическую терминологию, да, а в некоторых ситуациях, когда мы понимаем, что мы, например, ну, предположим, речь идет об образовании почки, мы видим, что это образование имеет некие признаки, но мы не можем четко сказать, что это 100% это ангиомиелипома, да, и здесь в этой ситуации мы напишем ангиомиелипома, вероятно, да, мы тем самым ограничиваем возможности у хирургов, да, в плане оперативного какого-то лечения, опять же, в результате нашей законодательной базы. В этой ситуации мы используем термины, ну, которые позволяют и нам, и клиницистам найти некое компромиссное решение. Есть некие термины, которые требуют отдельных комментариев, да, как пациентам, так и клиницистам. Например, хороший пример, да, сейчас есть очень много международных терминов, да, криптогенная организующая пневмония, дисквамативная интерстициальная пневмония, обычная интерстициальная пневмония. То есть те специалисты или те пациенты, которые никогда с ними не встречались, они их видят, думают, что речь идет о каком-то инфекционном процессе, но ничего подобного. Это терминология, имеющая отношение к диффузным интерстициальным изменениям в легких, интерстициальным заболеваниям в легких. И лечение этих заболеваний, оно совершенно другое. Другое, оно основано на гормональном лечении, а не на антибиотикотерапии. Безусловно, лучше не использовать сокращения. Мы стараемся лишний раз ими не использоваться. Во-первых, эти сокращения не всегда понятны как нашим коллегам, так и пациентам. Иногда эти сокращения они принимают какой-то даже ну, такой юмористический или сленговый характер, как я привел на этом слайде. Ну и теперь вкратце пациентам о методах. Да? У нас есть много методов, их 5, да, только потому, что нет одного метода идеального, который бы заменил бы все остальные методы. Радионуклидная диагностика, она зачастую вводится отдельно. Дело не в том, что интерпретация данных радионуклидной диагностики, она как-то отличается от других методов. Дело скорее в организационных моментах, да, которые касаются документооборота, да, как учетной документации, так и сертификационной документации в отделениях и кабинетах радионуклидной диагностики, а также в вопросах радиационной безопасности. То есть, если мы говорим о рентгене и компьютерной томографии, там мы используем генерирующие источники излучения, мы нажали на кнопку, и после этого идет ионизирующее излучение. То есть, здесь работа с другими совершенно источниками, открытыми, да, которые требуют совершенно других правил игры. Итак, рентген. Самый, наверное, давний метод лучевой диагностики существует с начала прошлого века. Все про него практически понятно. Да, он доступен, но, к сожалению, далеко не так информативен иногда, как другие методы лучевой диагностики. Вот. Можно было бы, наверное, бы от него отказаться, но появились несколько интересных методик, которые в онкологии применимы достаточно хорошо. Да, это и скопические исследования, и томосинтез, и контрастные исследования, и исследования, которые позволяют все конечности или позвоночник отобразить на одном изображении. Вот пример, да. Безусловно, мы на простых снимках тоже можем увидеть и кортикальный слой, и костно-мозговой канал, и надкосницу, но тем не менее появляется томосинтез, который нам позволяет эти отделы увидеть более четко и более явно. То же самое рентгеноскопия. Постоянно она конкурирует, отодвигается, допустим, компьютерной томографией или эндоскопическими методами исследованиями. Но у нее есть преимущество. Да, безусловно, она не увидит такие маленькие эрозии, которые увидит, например, эндоскопическая диагностика. Вот, она не увидит окружающие органы, так как увидит компьютерная томография, но зато функционально в реальном времени она позволяет увидеть и достаточно маленькие образования и оценить какие-то функциональные изменения, ну, скажем, так, на достаточно большом объеме изображения. Вот, контрастные исследования. Хороший пример – контрастная маммография, которая позволяет более четко увидеть образование молочной железы, когда молочная железа уплотнена или из-за фиброзных изменений у пожилых женщин, или из-за железистых выраженных изменений у молодых женщин. Вот. Ну, пример, когда мы можем какую-то более общую, более обширную информацию представить для специалистов, когда им нужно увидеть конечность или позвоночник в большом объеме. Безусловно, рентгенология используется и для интервенционных манипуляций. Ультразвуковая диагностика. Также метод, который сейчас достаточно доступен, у него нет ионизирующей
в отношении радиационной безопасности составляющей. Да. Метод очень хорош в плане поверхностно расположенных органов. Он хорошо видит поверхностно расположенные лимфатические узлы, поверхностно расположенные органы, такие как, например, молочная железа или щитовидная железа. Вот. Хуже он видит все-таки более глубоко расположенные органы. Но тоже появляются новинки, да, например, контрастное исследование, которое нам позволяет, опять же, в реальном времени увидеть контрастирование в каком-то одном образовании в печени. Исходя из этого, сделать вывод, на что же он больше похож, на доброкачественное или на злокачественное образование, и на какое. Вот. Компьютерная томография. Тоже уже не новый метод далеко. Вот. Очень часто мы слышим вопросы от пациентов, а можно ли у вас сделать это или то. Я могу сказать только одно. Сейчас все компьютеры, нету пошаговых компьютерных томографов ни в нашей стране, ни в мире, наверное, уже. Сейчас все компьютерные томографы спиральные, мультиспиральные, многосрезовые. Везде можно получить изображение с высоким разрешением, и везде можно сделать низкодозовое исследование. Это вопрос в установке протоколов, да, и правил сканирования. Метод, безусловно, он достаточно информативный, много чего дает, но сопровождается высокой лучевой нагрузкой. Причем, как правило, чем более современный аппарат, тем более лучевую нагрузку он дает. Там, безусловно, производители они пытаются идти путем уменьшения лучевой нагрузки, введя некую процессорную обработку, да? Но тем не менее мы понимаем, что часто для того, чтобы получить хорошую картинку, нам надо дать большой ток на аппарат и большую дозу на пациента, к сожалению, для того, чтобы четко увидеть органы и ткани. Есть, безусловно, у него некие противопоказания. Это явные противопоказания, например, беременность, да, опять же, кроме тех ситуаций, когда пациентка онкологическая хочет прерывать эту беременность. Да, явные вопросы, которые касаются использования рентгенконтрастных препаратов, например, некая индивидуальная переносимость в виде выраженных аллергических реакций. Вот здесь мы в нашем центре раздвигаем эти границы. Да, мы, например, смотрим пациентов, у которых несколько повышенные показатели креатинина, несколько сниженное значение скорости клубочковой фильтрации, у которых есть, например, реакции на кожный йод. Да? Мы понимаем, что, как правило, использование контрастов в этой ситуации, да, не приведет к каким-то выраженным проблемам со здоровьем у пациента и каким-то последствиям после нашего контрастного исследования. Вот как раз о контрастировании, да, нам, безусловно, оно очень важно. Мы многие исследования без контраста даже не интерпретируем, потому что мы не можем сказать, что те изменения, которые мы видим, к чему они относятся, к добру или к злу. Благодаря постпроцессорной обработке мы можем использовать различные окна, да, это легочное, мягкотканное, костное окно, для того, чтобы лучше визуализировать исследования. Можем смотреть более толстые и более или менее четкие картинки, да, для того, чтобы оценивать те данные, которые мы видим. Используем разные реконструкции, да, например, в данной ситуации удалена нижняя доля и произошел перекрут неудаленной части легкого, да, когда сегментарные, когда бронхи 4-5 сегмента они обращены кверху, да, а бронхи верхней доли наоборот обращены к низу. И наоборот, какие-то объемные реконструкции, которые нам позволяют или более четко сопоставить опухоль в сравнении с сосудами, или наоборот, более четко увидеть сосуды. Более четко увидеть опухоли в полых органах. Да, безусловно, компьютерная томография, она дает нам многое. Мы можем стадировать, можем оценивать эффект противоопухолевого лечения, можем находить заболевания, не имеющие отношения к онкологии. Можем оценивать последствия осложнения лечения, в том числе оперативного лечения, как вот здесь вот эвентрация части сальника, или здесь несостоятельность анастомоза, затек контраста после перорального введения, несостоятельность анастомоза, затек контраста после его введения через прямую кишку. Безусловно, нельзя не сказать, когда мы говорим о компьютерной томографии, о шкале Хонсфилда. Хоть мы стараемся в наших заключениях сейчас в последнее время, как правило, ее не указывать. Почему? Потому что, когда мы в заключении говорим киста, наверное, это более понятно, чем когда мы говорим образование жидкостной плотности или образование с плотностью 5 единиц Хонсфилда. Да? То есть, более четкая трактовка, она, наверное, приводит к более четким данным. Но, тем не менее, мы эту шкалу активно используем.
Безусловно, компьютерную томографию также мы используем для того, чтобы с ее помощью делать биопсию определенных образований. Магнитно-резонансная томография – самый молодой метод лучевой диагностики. Уже 40 лет он, правда, этот молодой метод существует. Первые томографы появились в начале 80-х годов. Вот. Но, тем не менее, он, наверное, самый юный. У него также есть преимущества и недостатки. Он гораздо лучше видит мягкие ткани, чем компьютерная томография, но гораздо дольше проходит сканирование, чем при компьютерной томографии. Но отсутствует лучевая нагрузка. Якобы считается он безвредным, хотя в первом триместре, безусловно, триместре беременности, безусловно, как-то стараются лишний раз магнитно-резонансную томографию не выполнять. Есть тоже абсолютные противопоказания, это кардиостимулятор, какие-то металлические магнитные осколки в теле, которые при этом магнитное высокое поле может привести к их смещению или к выходу из строя кардиостимулятора. Есть и относительные противопоказания. Например, гораздо лучше визуализация метастазов и образований головного мозга, чем при компьютерной томографии. Гораздо лучше мы видим мягкие ткани органов шеи, мягкие ткани тех локализаций, которые мы как раз при компьютерной томографии оцениваем крайне плохо. Например, нижнеампулярные опухоли прямой кишки, или гинекологические, или внутренние половые органы у мужчин. Также определенное использование контрастов позволяет нам в некоторых ситуациях гораздо лучше оценить образование в печени и увидеть гораздо большее количество метастазов, чем компьютерная томография. Есть MR-диффузия, да, которая, ну, в чем-то по оценке и по изображению чем-то похожа даже на радионуклидную диагностику, хоть, конечно, там совершенно другая физика, но она тоже нам позволяет, скажем так, некие функциональные изменения наложить на структурные изменения и сравнить, насколько они совпадают друг с другом. Спасибо за внимание.